За ситуацией в Новороссийске в оперативном штабе лично следили прокурор края Сергей Табельский и губернатор Вениамин Кондратьев. Случившаяся авария вскрыла целый ряд вопросов, закрывать глаза на которые нельзя. Кубань в лидерах по количеству дорожно-транспортных происшествий в России. В прошлом году здесь зафиксировано около 7000 ДТП. Сегодня в регионе планируют внедрять современные системы и устройства, призванные минимизировать последствия при авариях. Не страшно количество ДТП. Страшно количество жертв в ДТП. Вот что страшно. А количество жертв ДТП напрямую зависит от устройств на дорогах, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, в том числе и в случае ДТП. Вот если ли вообще на дорогах, неважно, муниципальных, краевых, федеральных, эти устройства, либо их нет, либо какого они качества, эти устройства. И это все сегодня является предметом, в том числе и прокурорского надзора. И в ситуации, которая ночью произошла сегодня, на федеральной дороге был бордюр ограждения. И поэтому автобус, он не сразу улетел в кювет, а он врезался в него, погасил ему этот бордюр ограждения скорость, и он скатился. Вот об этом речь нужно вести. Нам надо менять ментальность. У нас все время водитель виноват. Да даже если водитель, если человеческий фактор, если скорость. Такие же современнейшие устройства должны быть безопасности на дорогах. А вы, коллеги, должны максимально контролировать сегодня строительство и реконструкцию дорог в муниципальных образованиях. В целом в крае. В регионе уже готовят программу безопасности дорожного движения. Проект в скором времени внесут на рассмотрение в законодательное собрание края. Зачастую основным фактором риска выступает ненадлежащая организация дорожного движения, и внесенный прокуратурой законопроект позволит произвести разграничение полномочий между органами государственной власти, местного самоуправления в стратегически значимой для Кубани сфере. Мы рассчитываем, что принятие этого документа будет способствовать улучшению ситуации на наших дорогах. В ходе заседания коллегии прокуратуры обсудили и ряд других вопросов, в том числе и борьбу с коррупцией.